Россия не повлияла на выборы в США. С таким заявлением выступил министр финансов Соединенных Штатов. В интервью телеканалу CBS он заявил, что общественности пора бы закрыть эту тему и перейти к более важным вопросам, как, например, налоговая реформа и внешняя политика. При этом министр подчеркнул, что применение санкций США в отношении России он считает правильным решением.